против Кастро группировки в Майами хотят убедить мир, что Куба опасная для туристов страна. Единственный способ предотвратить их атаки внедриться в их организацию во Флориде. Думаю, ФБР будет интересно узнать о кубинской шпионской сети на своей территории. Тебе придется разобраться, где там заканчивается война за свободу Кубы и начинается контрабанда наркотиков. Ты ничего не видел. Ничего. Ты не все обо мне знаешь. И так даже лучше для тебя. Вы подвергаете себя серьезной опасности. Сможешь ли ты простить меня? Безопасность вашего мужа и вашей семьи будет зависеть от того, вспыхнет ли мировой скандал, так что не подведите нас. Пришло время стоять! Сказать правду.